Здоровье человека – вот главная валюта будущего. И медицинские компании это понимают, что не отдашь ради нового здорового сердца или возможности подлатать скелет. У ящериц восстанавливаются хвосты, правильно, когда отпадают. Я думаю, то, что когда-нибудь мы дойдем до того, то, что у человека будет нога восстанавливаться, как хвост у ящериц. А если взглянуть на человеческий организм, как на биологическую машину, весь вопрос, где найти запчасти –